все, нормально, нормально. Ты забыла нажать запись? Еще раз. Все? Да! Здравствуйте, уважаемые телезрители. Новый год приходит и в нашу передачу. Всем привет! Вы смотрите праздничный новогодний итоговый выпуск программы Sport Life. Аля, ты знаешь, что Дед Мороз приготовил для нас и наших зрителей? Уже что-то приготовил? Конечно. Надеюсь, это премия. Нет, это не премия, это место, куда мы отправимся и посмотрим, чему мы научились за целый год, какие мы получили навыки. Смотрим. Так себе испытание. Барабанная дробь. Раз. Слушай, тут какие-то цифры. Это координаты, это явно где-то в Севастополе, но для нас это не проблема найти это место. Не переключайтесь, и скоро вы узнаете, какой подарок ждет нас и вас. А мы отправляемся в наше путешествие. Так, ну мы уже совсем близко, прям где-то здесь. Антон, вот ты как обычно завел меня какие-то дебри. Ты бы хоть предупредила, переоделась бы. Смотри, это мы, а это здание, куда нужно попасть. Я не пойму, подойти. У тебя вроде как с ориентированием неплохо было. Ну да, в отличие от некоторых, у меня с ним было неплохо. Так, Антон, смотри, я уже почти разобралась. Сейчас нам еще немножечко прямо, а потом направо. Что бы ты для меня делал? Лесу бы, наверное, потерялся. Ничего бы я не потерялся, я же пришел тогда. Напомнить, каким пришел? Последним. Да я красотами любовался. Ты как здесь оказалась? Я же первый шел. Ну, ты шел первый, а к финишу пришла я первая. Так бывает. Так, ну что, Антон, моя интуиция и навигатор подсказывают мне, что мы уже почти на месте. Все-таки свои навыки ориентирования я пока не потеряла. Будем считать, проверку ты прошла. Угу, еще бы я не прошла. Ничего себе, вот это подарочек, я понимаю. Да. Предлагаю скинуть куртки и приступить к отработке навыков. Вперед, навстречу приключениям! Аль, а ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Конечно, помню, Антош. Наша встреча, мягко говоря, была с тобой незабываема. А ты вообще кто такой? Я вообще-то тут фильм смотрю. Что ты здесь делаешь? Я Антон, новый ведущий программы Sport Life. У меня тут спорт, мне к выпуску готовиться надо. А я Алевтина, старая ведущая программы Sport Life. И вообще-то мне тут Боярский за любовь сражается. Верни пульт сюда. А у меня тут хоккей. Так, вот и начались наши первые творческие разногласия. Предлагаю решить это по-честному. Камень, ножницы, бумага? Нет. Дуэль. Дуэль? Да, на шпагах. Ну, дуэль так дуэль. Да, наше знакомство началось с дуэли. Кто-то мне бросил перчаточку. А я еще смею напомнить, что кто-то как раз-таки и победил в этой дуэли. Ну, я тебе поддался, это очевидно. Как это поддался? Ну, так и поддался. Аля, это было наше первое знакомство. Угу. Я повел себя как настоящий джентльмен. Как кто? Джентльмен. Как настоящий мужчина. Сильный. Какой? Красивый. Умный. Да, образованный. Да. Я уступил тебе место и подыграл тебе. Еще скажи, что и в Кенда ты мне также подыграл. Смею напомнить, я там тоже победила тебя. Ну, естественно. Ну, я же не мог даму пополам мечом. Зато я тебя легко смогла.
покажу, мадам, как я владею шпагой. Ну, я тебе докажу, что кендо – это стиль настоящих японских самураев. Покажи мне это на деле. Давай. Мастерски, я тебе говорю, была бы лучшим на речи как фруктов. Слушай, а у меня эти кубики летали слева, справа, снизу, сверху. Третья вам несколько раз попалась. Ну хоть не больно было, а синяков не осталось. Такое, нормально, нормально. Тебе это ничего не напоминает? Напоминает. Сейчас я освежу твою память. Слушай, не стоит, я и так это посвящение со страйкбола не скоро забуду. Святые угодники, на что я согласился? Я не подписывала контракт на это. Аля, это ворота в рай. Антон, мне страшно. Расстрелять. Все? Все. Антон, пошли отсюда. Все нормально. Не так уж страшно было. Ага, не страшно. Да, Антон, это была славная битва. Круто мы тогда порубились. Неплохо, неплохо, кстати. Ты помнишь, именно я предложила тебе перемирие. Удивительно. Но это было так. И такое с нами бывало. Ну чего стоим? Вперед! Граната есть! Дергай, кидай! Дергай! Кидай! Граната! 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 Аля, из нас бы могла получиться неплохая команда. Думаешь? Думаю, да. Как-то я себе пока это сложно представляю. Ну, представь. Мистер Антон. И миссис Алевтина. Прикрой меня, дамочка. Иди вперед. Пью-пью. Так, ну что? Меня зацепило. We've started. Не нравится. Антон, прикрывай меня.
точно замочили. Я что, осталась одна? Нет, тебе тоже замочили. Я вижу твой труп. Мы пытались. Антон, ты видел? Я была просто как тигрица. Уничтожила все на своем пути. Я была прекрасна, как мне кажется. Да я бился до последнего патрона. Да, только пал ты почему-то первым. Слушай, ну ты намного дольше сама продержалась. Ну, секунд 5-7 не дольше. Но зато на целых 5 секунд дольше. 5 секунд. Ай, ну это не моя стихия. Монстры, какие-то роботы, летающие чучела. Вот если бы я был ковбоем, а вокруг индейцы, я бы им задал жару. Ну да, ну да. Помни я, каким ты можешь быть ковбоем. А это вообще что такое? Антон! Бедный пони, мне кажется, он до сих пор тебя вспоминает с грустью и страданием. Ну да, было дело. Зато я оседлал настоящего коня. Помнишь моего? Буцефала. Конечно, помню. Мне все время было интересно, кто же из вас первым падет. Ты или он? Мне кажется, он победил. Да, я думаю, вам все-таки было сложно найти общий язык с твоей-то лошадкой. А свой дуэт помнишь? Мышка и зайка. Мышка, которая боится зайки, и зайка, которая боится мышки. Мышка, ты тоже с тобой отъездил лошадку. Мы же с тобой хорошие девочки, тихие, спокойные. Да, мышка? Антон, ну ты просто пойми, я и лошадь — это две такие разные параллельные вселенные. Знаешь, как мне было страшно, как он кур — это вообще не мое. Высоты, какие-то прыжки, знаешь, как это страшно. Ну хорошо, согласен. Конкорд не твое, но у тебя есть возможность реабилитироваться. Каким это образом? Вот на этой штуке мы возьмем с тобой новую высоту. Да? Ну давай попробуем. Давай. Ну что, одеваем очки и вперед? Вперед. Даль, после такого полета требуется отдых. А я предлагаю лучше. Что ты там предлагаешь? Подкрепиться. А, это ты дело говоришь, давай. А, готов? Лови. И? Ты что, думал, после того, что я видела на рыбе, я тебе доверю еду? Да ни за что в жизни, знаю твою реакцию. Ты на мою реакцию не греши. Помню я твою реакцию на регбистов. Ну, грешна. Аль, я посмотрел, как ребята занимаются. В общем, ничего сложного нет. Ты уверен? Давай, сейчас попробуем. Что попробуем? На счет три я тебе делаю подачу. Какую подачу? На счет три подачу. На счет три приготовься, будь во внимании. Все. Хорошо. Раз, два, да? Три. Да, конечно. Не, ну ты нормальная. Аля. Пойдемте подальше, отойдем. Антон, ну ты же понимаешь, как я могла там устоять? Такая игра, такие мужчины, такая команда, драйв, адреналин. Это просто было что-то невероятное. Ну да, реакция у тебя хорошая.
как я в игре, помнишь? Как я по полю пробирался с мячом ловко, метко, четко с точки А в точку Б. Ну да, помню, правда, другую твою четкость, когда ты шишки палкой даже сбить не смог. Было дело? Ну, было дело. Привет, Антон, ты чем тут занимаешься? Шишками балуешься? Привет, это игра такая на развитие ловкости рук и четкости. Ну, с четкостью, пойдем. Я тебя смотрю, проблем сегодня нет. Объясню тебе правила. Давай. Смотри, занимаем позицию. Угу. Этим инструментом выбиваем данную фигуру. Побеждает тот, кто за меньшее количество выбросов данного инструмента выбивает фигуру. Очень сложная игра. Очень сложная. Смотри, ну, давай. Запоминай, важна концентрация. Антон, ну ты был близок, я тебе скажу. Ну да, с шишками, конечно, мне не пошло дело, но зато в гольфе, в этой высокоинтеллектуальной и высокоинтересной игре я себя показал. Ну, кстати, да, несмотря на то, что все думают, что гольф это очень скучно и размеренно, в нашем исполнении это получилось просто нереально драйвово. Согласен? Согласен. Кстати, о драйве. Ты знаешь, какое самое модное движение 2018 года? Антон, остановись, прекрати, не делай этого! Это же твой фирменный стиль. Богомола! Хип-хоп круче. С чего это вдруг? На батле ты этого не показал. А, не, потому что я не применил свой фирменный стиль. Какой? Стиль богомола. Лучше ты этого больше никому не показывай. А, да, Антон, конечно, твой фирменный стиль богомола – это нечто. Но так если это мы будем честными и объективными и вспомним наш батл в танцах, то давай признаемся, все-таки я была чемпионкой в дансхолле. Ну, неплохо ты себя показала, неплохо. Это немного не мое, вот если честно признаться. За время программ я подтянул себе хорошо в единоборство. Да что ты? Да. Пойдем покажу. Покажешь даже? Покажу даже. Ну, пойдем. Пойдем. Самое интересно посмотреть, что ты там себя подтянул. Собрался? Готов? Да. Держишь удар? Да, да. Слышишь, да, да, да. Так, ну что, готовы? Да. Пай. Ну, ну, пошел, давай, давай. О! О. А, Антон! Подкинь яблоко, я тебе покажу, как это. А я вообще-то его съесть хотела, ты уверен? Да подкинь яблоко, я тебе покажу, как Свертушкину вырубил. Ну ладно.
Антон, у нас, конечно, с тобой был сложный, непростой и очень трудный путь в единоборствах. Было дело. Честно, я даже поэтому уже немножко скучаю. Предлагаю проверить наши с тобой боевые навыки на реальной игре. Давай. Давай. Еще вот так вот. Ха, Антоша, что-то мне подсказывает, что игры единоборства – это все-таки не твое. Аль, ну кнопочки – это не мое. Ну не могу понять, что, куда, зачем, почему. Предлагаю что-то более интересное. А. Погонять. Помнишь картинг? Картинг? Да. Ну что-то припоминаю. Ну что, Аль, как тебе твой болид? А знаешь, в целом неплохо, правда, колес слегка не хватает. Но в твоем случае то, что колес не хватает, это даже хорошо. Вспомни ролики. А что вспомнить ролики? Как мне кажется, там у меня вполне неплохо получилось. Ну, я бы поспорил. Кофе. Ладно, Аль, не будем спорить. Ты молодец, я молодец, мы молодцы. Давай так, финиш, елка в центре города. Кто первый, тот и красавчик. Интересная гонка. Давай попробуем. За мной, не отставай. Дорогие друзья, год выдался насыщенным событиями и напряженным. За это время мы успели попробовать себя в абсолютно разных видах спорта. Мы стали быстрыми, меткими и выносливыми. Смогли даже подружиться и научились преодолевать все препятствия на пути к своей цели. Дорогие наши телезрители, желаю вам всегда свершения всех ваших задуманных планов и достижения задач. Будьте счастливы, радуйте себя и своих близких, и пусть улыбка всегда украшает ваши лица. И самое главное, верьте в чудо. И оно обязательно сбудется.
А с вами были Антон Сущих, Алевтина Игнатьева и программа «Спорт Лайф». С праздником вас! Ура! Ура!